Мотобольный сезон 2023 года в самом разгаре. По результатам предварительного этапа лидирует видновский «Металлург», у которого на днях состоялась очередная домашняя игра с командой «Заря» из станицы Староминской Краснодарского края. В борьбе за первое место любая игра важна, независимо от того, какая команда. Естественно, по рейтингу «Заря» гораздо ниже стоит «Металлурга», но тем не менее, любого соперника надо уважать и играть с ним так, как мы можем. А играли видновчане слаженно. Несмотря на обновленный состав и наличие в нем совсем юных спортсменов, показали хороший результат. На первых минутах счет открыл «Металлург». Мяч в ворота противника загнал капитан команды Иван Криштопа. Его примеру последовала и молодежь. Настроение поднимают. Значит, все неплохо и потенциал огромный в нашей команде, в отличие от других, потому что действительно ребята растут, ребята все интересные, все думающие. За 5 игр в рамках чемпионата России у «Металлурга» ни одного поражения. Этот факт не может не радовать болельщиков, которые в этом году ожидают от любимой команды возвращения домой хрустальной вазы и титула чемпионов. Это мой дебют. Я никогда не видела мотобол, но желаю удачи. Да, удачи. Победы, золотых медалей, кубков и всего прочего. Из этого вытекающего. Желаем нашей команде выиграть все, что можно и нельзя. И дай бог им всего наилучшего. Ну да, там молодые подтягиваются чемпионство. Чтобы блин был не комом. Эта игра закончилась со счетом 10-2 в пользу видновчан. Следующий матч «Металлургу» предстоит отыграть снова на домашнем поле. 23 июня в 18:00 встретится с «Кометой» из станицы Кущевской. А после спортсмены отправятся в Краснодарский край на серию выездных игр. Юлия Погосьян, Кирилл Иванов, Гасадовская, Видное ТВ.